Пожарная охрана России – одна из старейших служб в стране. Ее история началась 370 лет назад, и за эти столетия она прошла огромный путь от ручных насосов до современного вооружения. Свой профессиональный праздник пожарные всей страны отметят 30 апреля, а в его преддверии в Краснодарском крае была запущена эстафета передачи из одной пожарно-спасательной части в другую пожарного ствола, который является символом единства огнеборцев. Стартовавшая 1 февраля акция 14 февраля прибыла в Славянский район. Полным составом сотрудники пожарно-спасательной части Славянска на Кубани собрались, чтобы принять участие в краевой акции передачи символа службы пожарного ствола. Точнее сказать, копии ствола. Этот музейный экспонат значительно легче оригинала и создан из дюралюминия. Но принять его в своем гарнизоне для каждого представителя этой профессии большая честь, ведь это символ пожарного братства. Много задач по обеспечению безопасности жителей Славянского района выполняют пожарные 39-го гарнизона и всегда делают это профессионально и слаженно. Сотрудникам Славянского пожарно-спасательного гарнизона всегда было свойственно высокопрофессиональное, с полной отдачей исполнение своего долга, как в повседневной деятельности, так и при выполнении боевой работы, что вы неоднократно доказывали при тушении крупных и сложных пожаров и ликвидации последствий стихийных бедствий. Не забывают славянские пожарные историю своего гарнизона. Ветеран пожарной службы Виталий Федоренко, обращаясь к собравшимся, призвал свято хранить память о тех людях, которые стояли у истоков создания службы, и продолжать гордо нести знамя их побед. Вы действительно несете высокое знамя славянского гарнизона, Архибаран, что мне пришлось с вами пройти долгий путь служебной деятельности. Никогда меня не подводили ни в чем. На торжественное мероприятие были приглашены и те, кто в скором будущем, возможно, придут в ряды действующих пожарных и спасателей. Это студенты Славянского сельхозтехникума, обучающиеся по специальностям пожарная безопасность и защита в чрезвычайных ситуациях. В торжественной обстановке тем ребятам, кто хорошо проявил себя по результатам учебы, участвует в чемпионате WorldSkills начальник 15-го отряда, вручил погоны с присвоением званий капрал, младший сержант и сержант. Секунда дорога, смелее на врага, чтоб он не сомневался в нашей силе. Пройдем огонь и дым, и снова победим отважные пожарные России. В завершении мероприятия пожарный ствол был передан 118-му пожарно-спасательному гарнизону и отправился в станицу Полтавскую Красноармейского района. Затем его будут принимать в Калининском, Тимошевском районах. И так, пройдя по всей Кубани, 26 апреля ствол вернется в Краснодар, где и завершится эстафета. Пожарный ствол будет храниться в Музее боевой и воинской славы Краснодарской краевой пожарной технической выставки, как один из наиболее важных и значимых экспонатов. Мария Климова, Игорь Манчуков, программа «События».